Привет, добро пожаловать на канал компании «Пол вам в дом». В этом видеоролике я расскажу вам об одной из коллекций паркета от российско-финского производителя «Карелия». Но для начала представлю вам сам бренд. «Карелия» давно заняла свое место среди ведущих производителей напольных покрытий из древесины. Компания выпускает полы высочайшего качества. Вся продукция проходит тщательный многоэтапный контроль, и только лучшая по качеству древесина, обладающая при этом уникальным внешним видом, отбирается для производства. Покрытия российско-финской компании известны своей прочностью, долговечностью и презентабельным внешним видом. При этом бренд внимательно относится к окружающей среде, в частности к деревьям. «Карелия» выпускает не только прочный, но и экологически чистый материал. Такой вид пола особенно рекомендован тем семьям, где есть дети или аллергики, так как он улучшает микроклимат помещения. Доски «Карелия» также отличаются тем, что потрясающе сохраняют тепло на долгое время, а приятная на ощупь поверхность обеспечивает комфорт. Основная специализация бренда – это лиственные породы – дуб, бук, вишня, из которых они изготавливают напольные покрытия по финским технологиям. Однако, если дело касается эксклюзивных и индивидуальных заказов, то возможен вариант и других пород деревьев, в том числе экзотических. Сегодня я представлю вам коллекцию, которая носит название Light. В нее входит 8 декоров. Эта коллекция придется по вкусу ценителям светлых декоров, так как все представленные доски идут в белых, светло-серых и светло-бежевых цветах. Они смогут отлично украсить помещение, например, в стиле лофт. Конструкция у досок трехслойная, где два слоя, нижний и средний, это хвойные породы древесины, а верхний слой из европейских твердых пород, имеющий толщину 3,5 либо 4 мм. Общая же толщина в обоих случаях 14 мм. Доски коллекции Light выпускаются в сортировках Natur, Country и Select. Разница между ними в наличии сучков, их количестве, диаметре, а также в наличии заблони и тональных перепадах. Также есть смешанный вариант, когда в одной пачке могут находиться плашки разной сортировки. Что касается фаски, то в коллекции представлены всевозможные варианты. Декоры без фаски, с фаской по периметру и с фаской только по длинным сторонам плашек. Ширины плашек у паркетной доски коллекции Light 2 – 138 и 188 мм. Типы рисунков – одно- и трехполосные. Цены на паркет коллекции начинаются от 3650 рублей, но точную актуальную цену на понравившийся декор уточняйте на нашем сайте, либо звоните по телефону или посетите наш шоурум. Всеми перечисленными способами вы также можете воспользоваться, если у вас остались какие-либо вопросы. Вы также можете задать их в комментариях под этим видео, мы ответим на все. Благодарю за внимание, пока!